На Клубной, первой шоссейной в Ярославле прошла предварительная приемка отремонтированных дорог. Моя коллега Алена Лисенкова узнала, готовы ли эти участки и есть ли нарекания. Улица Клубная, первая шоссейная, главная для жителей среднего и нижнего поселков. За последние годы здесь выполнялся лишь ямочный ремонт. В департамент городского хозяйства поступало огромное количество обращений от граждан с просьбой провести магистрали в порядок. По обеим улицам пролегают маршруты общественного транспорта. Расположены детские сады, школы, ДК «Энергетик» и жилой массив. В этом году большой ремонт наконец-то пришел сюда. Улица Клубная, первая шоссейная, протяженностью почти 2,5 километра и более 3,5 километров, соответственно, попали в федеральный проект «Безопасные качественные дороги». В настоящее время подрядчик заканчивает работы. Работы физически по асфальту выполнены на улице. Значит, осталась разметка, осталось немножко знаков установить. И, в принципе, она готова к сдаче. 98% готовности дороги. Пробы дорожного покрытия уже прошли экспертизу успешно. Нарекания остались лишь по бордюрному камню и тротуару. По тротуарам есть нарекания по водонасыщению, то есть недоуплотнили асфальтобетонную смесь. Будут определенные пикеты, которые переделываются. Вот. И, естественно, в течение 1-2 дней переделаем и сдадим заказчику. Всего в рамках проекта в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью более 81 километра. Итоговое финансирование, которое складывается из федерального, регионального и муниципального бюджетов, составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Алена Лисенкова, Максим Сушанов, новости города.